Завершен важный этап. Позади остались сочинения и контрольные, уроки и домашние задания, тревоги и волнения на экзаменах. Впереди яркие студенческие годы, начало самостоятельной и взрослой жизни. По традиции, вручение аттестатов о среднем образовании прошло в торжественной обстановке. И, конечно, прозвучали поздравления с началом нового жизненного пути. Выбрать профессию и выбрать дальнейший шаг обучения вашего так, чтобы это вам приносило удовольствие. Начальник отдела экономического развития, экономического управления администрации Ленинского округа Надежда Татаринцева поздравила выпускников от лица главы округа Станислава Катарова. Идите вперед, и ничего вас не остановит. Желаю вам найти себя, реализовать свои таланты. Вы живете в век перемен, и впереди перед вами открываются большие возможности. Не упустите их. Помните, вы наше будущее и надежда нашей страны. Родители не всех выпускников смогли присутствовать на празднике. В настоящее время отцы Артема Скопина и Даниила Просолова находятся в зоне специальной военной операции. Представители местного отделения боевого братства Владимир Песоченко и Дмитрий Банченко приехали, чтобы лично поздравить выпускников и вручить им подарки. Я хочу пожелать, чтобы та дружба, которая у вас тут образовалась, те товарищи, которые будут встречаться в будущем на вашем пути, они только копились, никогда, скажем так, не отваливались. И вам было легко опереться. Мы их пришли поддержать, пожелать им всего самого хорошего, успеха, сопутствующей звезды. Это наше будущее, это наше поколение, это наши будущие герои. Потому что в каждом направлении есть люди, которые достигают больших высот. И вот хотелось бы всем пожелать, самое главное, мира, успехов, ну и удачи. Отец Даниила Просолова записал видео поздравления с передовой. Для его сына это стало приятной неожиданностью. Честно говоря, даже пустил слезу мужскую скупую и очень сильно расстроился. Мне очень было приятно, так что передаю огромный привет, если он это когда-нибудь, наверное, увидит. У Артема Скопина отец также находится в зоне СВО. Сын очень волнуется за него и ждет с нетерпением, когда отец вернется домой. Артему было очень приятно получить такое внимание от представителей боевого братства. Очень приятно, на самом деле, осознавать, что родителями гордятся, вот именно которые на фронте. Окончание школы – это значимое событие для каждого ученика. Аттестат – это не только общая оценка школьных успехов, но и путевка во взрослую жизнь, главной опорой, в которой является семья. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.